Парни, да, что у вас здесь происходит? Вообще по кайфу. Вообще по кайфу. Сюда поставить сидушку нормально. А там сзади еще автоназ сзади. Опа, забираем. Это нам надо. Надо помахать. Надо помахать ему. Еда приехала. Ну а как? Никита, а я, кстати, помещаюсь. У тебя совсем чуть-чуть, и ты будешь опираться в потолок. Кто там? Кто там? Что у вас там за суета? Может, тоже надо? Ничего, в чем весело. Я... О! Смотри, как там так. О, стрелочка. Оп, чик. Опа. Дай мне. Копаныч. Ну-ка. Оп, оп, оп. Сюда. Опа. Ёпс, пиздец, это грязно. Здесь не откроете, что ли? О, открывается. Вообще. Пошёл! Да, ладно, сейчас скину. Поддержка автора. Ура, победа. Первый донат. Смотрим. Я пошутил. Он гад. Чё? А там снайпер же увидел опцию. Они увидели сюда. Ну вот. Смотри, что делаешь. Не лезь, убьем. Зарежет. Я вот думаю, может попросить Андрея Лепестковый забрать. Чего? Я вот думаю, может попросить Андрея и Лепестковый указатель забрать сзади. Отлично. Че? Отлично. Ты снимаешь? Я? Да. Скинь же хвалю. Ну, который в ультрафиолете светится. О, слушай, я не просил. Это, господи, как его называют? Сызранская. А? Сызранская. Кузьминская или? Нет, Сызранская. 85 лет. Все, его пытаюсь найти и купить. 75. Я бы предложил, если это у меня в единственном экземпляре. Ну, да. Понимаю. Ну? Апка идет не валим. А все. А куда? Ой, я его бросал. Жаль. У тебя и маленький, дофига. Мне здесь. Дофига. А плафон у тебя до сих пор, который я тебе давал? Да. Да. Брелки мне абсолютно все есть вариации. Которые выпускались. А у тебя нет единого случая? Нет, нет. Есть, но не здесь. Есть тоже.
попасть. Можешь рюкзак закинуть просто. Ну или похавать тоже можешь. Да пох. Чё? С ПНФа. А сколько нам там перекус обошелся? 738 рублей? Перекус баянистов чек. Ну не, 70. Не. Может, если не стянет, то вполне возможно. Вася! Вася! Я думаю, по времени. Один объектив. Да. Не, новый фотик, у меня этот умирает, все, надо новый. О, там уже снимают. Погоди. Let's go! Полетели, полетели. Но, кстати, я бы к трамвайным пошел путям. Да, на платформу, вот. Так, первое. Оп, там фарт. А сколько по времени еще? Юра, я добился своей цели, я упал. Единый транспорт скатился. Я сейчас буду занимать всю дорогу. Встань так, пожалуйста. Троллейбус следует так. На улице Рисевальщич. А фотку? Ты снимаешь? Да. Стрим? Да. Блин, вот фотка. Как видно, хорошо. Охуенно. Смотрите, это еще один. Да! Ведется съемка. Предлагаю кадр. Широкий Вася идет по ДРЗ. Давай. Давай. Отсюда? Давай. И давай обратно, пошел. Знаешь? Да. Бармен. Вася на новой работе. Чё? Вот гуляш. 177 на день. Как будет? Наливаем. Кого есть очки? Давайте, давайте. Все хорошо. Да, спасибо. Ой, как хорошо, тепло. Ох, кайф. Я сейчас сяду за руль. А ты вылетишь отсюда. А ну? Давай. Ну? Сейчас присанем. Вот как ты. Сейчас присанем. Да. Ну вот. Вот. А можно ваше удостоверение? Вот мое удостоверение. А, вот. Здесь видеосъемки запрещены. Из какого парка? Да. А короче, вот этот человек пылесосит кондуктором. Я считаю, что... Я не кондуктор еще пока что, но в будущем буду. Видео запрещено снимать. Камеру вырубил. Украли к тому моменту. Ну да. Чтобы начать посвящение в кондукторах, кондуктора надо будет сбить. Я РЖД, что ли? Ну окей, погнали. Внимание, можно? Народ! Тишина! Внимание, можно, да? Да. На Невском проспекте друг другу не мешаем снимать троллейбус, понятно? Все. Ок. А кто мешает? У того и забьем. А вот отличик. Альгерт! А. Альгерт! Альгерт!
красавец, мой любимый. Альгер. Кайф. Василий еще продолжает, и все остальные тоже, но мне надо ехать. Если они поедут, и я тоже. Но мне уже домой. Артём, ну может ненадолго. Надолго? Да, некоторые люди вообще быка. Так, на минуточку. Ну что, что хочешь, ты пищу выбрана. Да нормально что? Так себе. Выбрана? А, ну да, что пьешь же они отправляют. Вот они и поехали. Ну, как-то так. Я с замерзшими руками, пока мы на фотостопе вот этом были, еду домой. Так что всем спасибо, кто был на трансляции.